Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну и еще один хит. Выбор еще один эксперта. Целостный образ. Брюки Леона, которые побили рекорды популярности нынешних суток. В прошлом эфире продано около 1000 моделей. Сейчас мы вернулись к этим брюкам, и у нас ограниченное количество. И цена только сегодня 999 рублей. Размеры от 50 до 64. И это бренд Благов. Брендовые брюки сегодня оказались на распродаже. Это находка. Если вы видели предыдущие эфиры, вы видели, что вот как раз этот, да, фиолетовый цвет я для себя выбрала. Вот это второй цвет, темно-синий, я его выбирала в первых эфирах и вернулась сейчас к нему, чтобы сбалансировать свою яркую блузу. Вам рекомендую поступать так же. Не упустите шанс выбрать для себя хорошие базовые брюки. Ну, тогда давай познакомимся с цветами. Давай. И заодно я буду ориентировать вас, каких размеров уже нет. Кстати, если вы работаете в офисе, для вас это отличное решение, потому что синий – это цвет делового костюма, да, то есть это цвет, который в деловой среде будет очень хорошо смотреться. Далее цвет красный, и здесь у нас только три размера в наличии. Так. 58, 60 и 62. Мы, кстати, размер в размер берем? Да, берем размер в размер, это бренд Благ. У них размерная сетка точно совпадает с российской. 58, 60 и 62. Далее изумруд. Только в 60-м размере. Одни последние брюки. Вы видите, да, насколько они популярны? Далее, цвет бордовый. Пожалуй, он во всех размерах. Есть какие-то в ограниченном количестве. Далее, цвет электрик. При заказе он так и называется. Любимый нами Василек. Тоже пока есть все размеры. В ограниченном количестве многие. Цвет фиолетовый. Выбор Леры. Она в прошлом эфире была в них и вообще почти весь день провела в этих брюках. Поделится с нами своими ощущениями. И цвет классика черный. Лер, у нас цена позволяет взять несколько пар. Какие цвета лучше взять? Слушай, в комбинации? Ну, я думаю, нужно сделать так. Нужно обязательно взять базу, это будут темно-синие или черные брюки, и взять непременно яркий цвет. А это могут быть, если вы не готовы совсем к экстремально, да, ярким цветам, например, бордовый, изумрудно-зеленый. Ну, а если вы хотите этой весной поэкспериментировать, тогда, конечно, фиолетовый, электрик, например, да, то есть какие-то краски, которые для вас, может быть, покажутся необычными, но сейчас, может быть, душа просит перемен. Здорово. Но душа просит перемен сейчас. И цена действует выгодная, 999 рублей сейчас. Не придется ли мне ждать, знаешь, пока потеплеет, чтобы носить эти брюки? Нет, ты знаешь, ты с удовольствием наденешь их сразу, как только получишь, потому что очень хороший материал использует бренд Благов. Материал сезонный. То есть, если обычно яркие брюки действительно летние и тонкие, то здесь у нас с вами креп. Это костюмная ткань. Но креп с добавлением эластана, что делает ее, видите, какой мягкой. При этом, смотрите, достаточно сильно растягиваю брюки, они не просвечивают, да, мы понимаем плотность ткани, и хорошо возвращаются в исходное состояние, то есть это брюки, которые не теряют свою форму. Отлично. Гладкие внутри, очень комфортные к телу, действительно в них провела целый день, и они совершенно кожу не раздражают. Так, а коленки у тебя не вытянулись, бедра не вытянулись на брюках? Вообще не потеряли брюки форму. Кстати, можем определить это вот по, да, по моим брюкам. Да, это те брюки, которые ты надевала сегодня, и они, правда, в идеальном состоянии. Это фиолетовый цвет, мы обязательно увидим. Сейчас мы любуемся изумрудным, который остался только в 60-м размере. Вот он. Вот они, да. Собственно, как все идеально. Как были вот в первоначальном виде, так и остались. Причем, знаешь, какой бонус? Это брюки, которые еще не заминаются вот здесь, да, когда мы присаживаемся. То есть это всегда опрятный вид. С костюмными тканями часто бывает такая неприятная история, когда мы пришли на какое-то важное для нас мероприятие, брюки замялись, и, например, на фотографиях часто выглядят неопрятно. Вот с этими такое вам не грозит. А вот представь, нас смотрят телезрители, которые работают сидя, много времени проводят, да, в офисе, и эти брюки будут идеальны. Или для поездки все-таки, да, если случилось. Кстати, да. А скажи, пожалуйста, Лер, насколько они комфортно садятся, или это определенный тип фигуры? Надо быть такой стройной и высокой, как наши модели, и как ты высокой, чтобы брюки сели. Ты знаешь, на самом деле у брюк длина чуть короче классической, это даже скорее длина 7/8, поэтому мы можем их себе позволить носить с плоской подошвой, да, с обувью на плоском ходу. Но если у вас рост меньше 170 сантиметров, то как это будут меня, брючки, например, полной длины. Да, то есть тебе это будут прямо вот брюки классического варианта. Что касаемо посадки, на мой взгляд, она просто безупречна. Ой, кому-то спешат уже бордовые брюки. Да. Во-первых,
Кончился в 62-м уже. Пожалуйста, вот вам и ответ. Улетели. Во-первых, приточной пояс и штрипки, то есть можно носить ремешочек, но при этом эластичная лента в талии делает посадку очень мягкой. Посадка классическая, вот здесь на талии четко брюки сидят. И мне нравится, что это тот случай, когда, знаете, можно не переживать, заказывая дистанционно, потому что промахнуться с посадкой здесь не получится. Отлично. Берем размер в размер, соответствует российскому размеру, все стандартно. И брюки еще и эластичные. Лера, карманы здесь настоящие, да, не обманки. Да, полноценные. Вижу уже, Евгения показывает. А скажи мне, пожалуйста, что это за ткань? Я привыкла, что если костюмная ткань, то она жесткая и не тянется. А у нас эластичная, а выглядит как костюмная. А это и есть костюмная ткань, да, просто действительно, если раньше костюмные ткани были исключительно, да, из волокон без эластана, теперь в костюмные ткани добавляют эластан, добавляют полиэфирные волокна, и за счет этого они приобретают вот эти свойства эластичности. За счет этого брюки хорошо садятся на любой тип фигуры. Вы можете сейчас вот как раз в этом убедиться. Смотрите, у нас у девочек с девочками разные фигуры. У нас разные, кстати, комплекты верха. Вот посмотрите на образы, которые вы можете собрать, да, и при этом безупречная посадка. Вот за это, на самом деле, я очень люблю бренд Благов. Им удается создать такие брюки, вот посмотрите, которые идеально сидят на любой фигуре. Только сегодня, не могу об этом молчать, брюки, которые очаровали Леру, очаровали наших моделей. Брюки под названием Леона. Берем несколько, потому что такой цены 999 рублей не будет не только уже у нас, их вообще в принципе по такой цене нет нигде. В Москве в магазинах это 3-4-5 тысяч рублей. Ну а кладя в корзину сегодня несколько лотов, например, 5 лотов, мы получаем с вами бесплатную доставку.